такое семья. Каждый близко знаком. Это мама и папа, это ты и я, и детей полный дом. Что такое любовь? Может, сложно понять. Я знаю, папа мой любит маму, о чем еще мне мечтать? Дает Бог людям любовь и учит верными быть, всегда обиды прощать, друг друга не обижать. Когда любовь дарит Бог, то будет крепкая семья. Мама, папа и мы. Бог семью подарил, я очень искренне рад. Всегда поднимут мне настроение сестренка и классный брат. Дорожите семьей и цените всегда те минуты общения вместе, не забыть никогда. Дает Бог людям любовь и учит верными быть, всегда обиды прощать.